Eu consider că astăzi unica șansă pentru a fugări toate mizeriile, toate cloștile astea, toate putanile astea din Parlament, este doar strada. Am vorbit de mai multe ori, inclusiv în campania electorală. Sunt două căi. O cale constituțională și a doua cale politică. Așa cum au avut loc protestele în Armenia, spre exemplu. Unii oameni au ieșit în stradă și această posibilitate o avem noi. Nu trebuie să așteptați cineva să vă organizeze autobusă. Am făcut-o și eu pe timpuri și toată lumea cunoaște acest lucru. Astăzi, dacă nu ne unim toți, cei care au votat partidul nostru, au votat PAS-ul, socialiști, platforma DA și alți candidați, oameni buni, eu propun ca noi astăzi să ne unim, venim la Parlament ca să nu permitem acestor mizerii să facă jocurile lor murdare și la noi să ne privească tot globul pământesc ca o țară de nebuni. Мы сегодня должны объединиться все, выйти на протест и просто, если надо, заковать в кандалы всех этих путан, которые грабили эту страну, продолжают грабить ее сегодня и делают всех дураками. Я сейчас обращаюсь ко всем тем, которых дурили все это время. Тем, что вот борются за русский язык и борются с коронавирусом. Да ни с чем они не борются. Сегодня интересует сохранить металлолом, распилить до конца железную дорогу. Сегодня интересует сохранить все те схемы, которые были, из которых получают и Игорь, и плохиши до сих пор. Сегодня у Плохотнюка есть бизнесы в стране, с которых после того, как он дал сигнал и слил прослушку Чебана с Дадоном, где они обсуждали там снятие Настаса с выборов, значит... Значит, после этого даже его бизнесы не просто сохраняются, а продолжают развиваться. Вот это то, что мы с вами, к сожалению, имеем. И сегодня, только объединившись, вот вы дождались, я сейчас обращаюсь к тем, кто голосовали за Дадона в первом, во втором туре. Вы голосовали за то, чтобы вы голосовали за то, чтобы он делал коалицию с Шором? Для того, чтобы у вас украли еще 1 миллиард. Да каждый год крадется, поверьте, по миллиарду. Просто все использовали украденный миллиард как символы борьбы и так далее. Акцентуарши миллиарду лауамин, лпони пескинаря уамин, релскватин. Уамин бунь, ё ворок сватрезыц. Ёв факу напела кумла чейдин диаспора. Обчидентала. Чекари сафлым федерация рус, статель унитель америки. Симас приятень, ее кредка ос ворок шпиду мне вастра. Савиница касы песаптамын дедзели селяроте мной лора, щен самны воинца по порулы Републики Молдова. Мы сегодня должны показать, что власть принадлежит народу. Ни Шору, ни Никифорчуку, ни Андронаке, ни Дадону, ни космонавту, а принадлежит вам. Шимпреуна, eu vă asigur că o să facem regulă. Că unii, iată, uitați-vă cum vorbește usată, ce limbaje. Dar cum pot să-i numesc eu pe dânșa altfel decât că l-am numit pe mentazavru și ala în emisiunea la Natalia Morari? Ei astăzi fac totul ca din 3 dvarași pe dânșa să nu-i scoți. Înțelegeți? Repet, 3 dvarași. Nu, snauziți voi mușal, ceva și să înșeapă. К маме он ворбит, что супарат катунся, я интрасывала Наталья Морарь. Да, у сферит шпаринцы мей, кум суфр, шай воштриш, буниш, копии, кареса на царе. Сведема муж сифаси домна Санду, дупаво расинч. Дар ё вас пуну лукру. Импреуна, трес ведем, сейчас интемпля астас, к мэни, к лунь, да ну Думиника, к ну нимень. Думиник, птен звеним, дор дезентрем им парламент, шта штептем свие коцофенили есть анколо, слештептем аколо, слештептем аколо. Дар требам преуны сешим, лащал май мари протестна Република Молдова. Пентру он нова Република Молдова. Фары мизерии, фары минчунь, фары схеме, фары мажоритатя подлугарилор, каре аста ставам парламент.